Соревнование проводится по мировым стандартам движения WorldSkills, очень похожим на олимпийское. Оно возникло в конце 40-х годов. Задача – повышать, с одной стороны, престиж рабочих профессий, а с другой – качество подготовки специалистов. Россия присоединилась к движению 3 года назад. Чемпионат сегодня – одно из самых престижных состязаний среди молодых специалистов, дающее возможность профессионального развития и роста. Наш город в направлении садово-парковое и ландшафтное строительство будут представлять участники из Анапского сельскохозяйственного техникума, которые впервые приняли участие в чемпионате профессионального мастерства весной прошлого года. Если эти соревнования для анапских спортсменов пройдут успешно, то в дальнейшем они выступят на национальном первенстве в Краснодаре в мае этого года.